В нем приняли участие не только школы, детские сады, кафе, но и поликлиники, больницы, банки, магазины, предприятия транспорта и связи. Жюри оценивает праздничное оформление улиц, зданий, территорий, содержание световой рекламы. Светодиодные гирлянды, тающие сосульки, занавес, бахрома, водопад – все это лишь малая часть украшений, которые используют в Сочи. Участники конкурса представили и свое видение главного новогоднего дерева. Ели украшены в разных стилях. Рядом с ними новогодние персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, снеговики, олени. Электронное табло с поздравлениями и индивидуальные проекты декора принесут участникам дополнительные баллы. А главное, создадут праздничное настроение жителям и гостям курорта. Сочи – самый популярный курорт страны на Новый год. Таковы данные популярных сервисов бронирования. В отелях горнолыжных курортов забронированы практически все номера. В празднике Красная Поляна примет около 360 тысяч гостей. А всего в зимний сезон в Сочи ожидается порядка 1 миллиона 300 тысяч отдыхающих.